Slow Slow Car Production représente. Не получилось, не срослось. Всем привет, друзья! Здорово! Здорово! Это сообщество «Медленная-медленная корова» и проект «Без солнца, нахуй». Или я все не так перевел, как надо, блядь? Все так ты перевел. Мы сегодня решили сделать необычный выпуск, правильно? Да, подписчики нам сегодня накидали песен. Тебе, соответственно, твои, мне мои. Судя по всему, песни будут зачастую про нас. Да, кстати, у меня есть несколько прям. У меня есть тоже. У тебя тоже есть, да? Да. Ладно, ладно. Вот, и мы что, и мы будем по традиции песен подписчиков, мы будем что, бабки раздавать? Каждая песня получит по 1000 рублей. А, каждая? Прям каждая? Я думал, ты сделаешь условия каждой песни, которая рассмешит. Нет, секунду, банк говорит неправильно. А как говорит банк? Отмена. У нас Галя, отмена. Галя, отмена. Не сейчас. Так. Перемотали. И каждая рассмешившая нас песня получит по 1000 рублей. А? Вот оно. А зная нас с Айдаром, нихуя не изменилось. Конечно, каждая песня получит по 1000 рублей. Когда мы с тобой пели и вот с такими еблами сидели. Не очень. Не получалось так ни разу. Давай за юбилей. И за вас! Начинаем! У меня под майкой голубок. У меня есть песня, которая пришла мне в голову. Вот буквально сейчас. В смысле? От подписчика? Нет, это не от подписчика. Это вот она у меня родилась, я поэтому должен ее исполнить. Давай я начну. Давай, песня, которая прямо сейчас пришла в голову. Давай в следующий раз вообще не готовясь приходить. Кто знает. Блин, вот мне в голову пришла. Сейчас, вот. А вот тут на досуге такая была. Да-да-да, это сотый выпуск наш будет такой. Баул, баул, баул. Вместо рубахи надел шастун. Родилась. Баул, баул. Так, ну раз ты спел типа первый, тогда я, да? Давай, да. Угу. Тощий Артем не любит еду. Витек капец высоченный. А также Айдар так. Совсем не татарин. Скрываются где-то в мультивселенной. Я бы побывал там. Кудрявый Алым на бабу похож. Из Лёли мужик офигенный. И только Коковкина в выпусках нет. Даже в ебучей мультивселенной. Классная песня, но... Даже в ебучей мультивселенной. Поскольку Кирилл отвечает за деньги... Это минус 1000. Да. Здесь указан номер. С вашего счета списали. Ваш Сбербанк онлайн уже взломан. Все. Да, Кирилл же сейчас сидит. По этой причине его и нет. Импровизации, концерт, никого на нем что-то нет. Завтра в школу, завтра в школу, завтра в школу. Блин, всегда смешно. Схуяли тортильоне, это ж рожки. Как дал бы поебалу им с ладошки. Разозлился на людей, которые макароны по-другому делают. В Ильпатио придумал человек, блядь, сидел. Там, где прошла ты, там упало говно. Здесь есть комментарий, есть комментарий. Объясни. Нет, давай не читать комментарий. Просто человек такую песню. Здесь важно, вот в этом случае важно. Сильно предвзято прошу не судить, это придумал 4-летний сын. На подгузнике рубль! Благотворительная акция сегодня какая-то.
Во-первых, Геопика. Там, где прошла ты 4 года, там упало говно. Мама, вот и 5000-то. Ой, Айдар, Айдар тебе, Айдар. Вот еще человек пишет короткое, очень сложный ник. Ковдовдовдовперф. Что это такое? Собака, что ли? Наверное, не знаю. Это не женщина, это биплан. Как ты вообще мог их спутать, еблан? Просто, блядь, хорошая. Самолет с двумя крыльями. Дурак? Вот это крошка. Врол, заводись, блин. Джарахов примерно пол Антона. Джарахов примерно пол Антона. А продолжения нету. Существует тип мадам. Ходят по соляриям. Оранжевые рожи дуры с раком кожи. Ну, жестко, ну, дуры, да? Что, блядь? Ну, зачем так ходить? Ну, молодые, дуры, конечно. Дуры. Думать не надо. Знаю, на тысячу это не... Точно мужик же писал, вот точно. Помнишь, Харитон, как порвался твой гондон? Познакомься, вот, Дмитрий Харитоныч! А Дмитрий говорит, сука. А где прошла ты? Маргарита! Кто придумал такую, блядь, пиццу? Маргарита! В ней нет мяса, а значит и смысла. Хорошая. Логично. Как-то раз пришлось решиться сделать шаг серьезный на своем веку. Собрать вещи и в столицу переехать, чтобы разогнать тоску. Я продал квартиру с целью поселиться в центре города. Увы. Охуение от цен меня уносит на окраину Москвы. А для тюменских живу в столице. В объятиях юных кавалеров забываю обо всем. Блин, вопрос, хорошая. Вопрос. Человек, который писал, он написал, я продал квартиру, не продала. В объятиях юных кавалеров. Забываю обо всем. Вот для тюменских. Ну, типа тюменские так думают. Типа пидор. А, доходчиво. Антон, привет. Дарю тебе оружие разъебать Айдара. Жестко. На мотив песни «Вижу тень» наискосок. Мощное оружие. Первый секс Айдара провал. Был нарушен момент интимный. За стеной салават заиграл тот, который Фатхиддинов. Пришлось прерваться, да. Это святое. Я не знаю, что мне делать с этой юбедой. После секса с Шастом в писе перстень золотой. А чё на этой руке ничего нет? Правша, блин. Как его достать, мне неведомо. Но я играю эту роль. Меняй. Вот человек Смут СВ. Хочется верить, что парень написал эту песню. Блин, ну тут надо будет петь, конечно. Ну ладно. Спектакль окончен. Замер хор. С подливой пукнул дирижер. И не попал в музыку. О, вот это ситуацион. Замер хор. Да. Блять, не попал. Я прохожий говорил, как в моря свои ходил. Она не хочет слышать, просит, чтобы плащ закрыл. Блять,
Я прохожий объяснял, как лебедка тянет трал. Она не хочет слушать, чтобы... Хочет, чтобы член убрал. Трал. Короче, смотри, там интересная тема. Там... Бля, вот это я вообще не знаю. Ну, допустим, вот такая песня, Айдар. Смотри, ее даже можно без телефона. Эй, ты, посмотри на меня! Делай как як, делай как як! Яки так делаешь? Я хуй знаю, как делают яки. Они просто стоят обычно. Делай как як в скобочках, сделать как як. Мало ли ты тупой, ну, поясни. Не сделай как як, если ты не понял. Мне сейчас просто некогда, сделай по-братски. Здесь токсично вечно ноют и ворчат. Зачем я создала родительский чат? Так устала я, удалилась аккуратно. Какая-то пизда добавила обратно. Не получилось под шумок. Люсь, ты что-то удалилась, я тебя обратно... Я добавила. Мы не решили по выпускному, ты куда пропала? Какая соль? Какая соль? Президент Аргентины. Пиздец. Ну, чувак очень актуальный, понимаешь? Да, я знаю, что там выбрали. Что, там выбрали что связано было с солью? Ну, может, он на солях там. А, такой, что он, типа, да, под наркотой? Ну, может быть. Типа, да. Нет, ну, за актуальность лайк. Такой человек пишет. Исполните, пожалуйста, для кайфа песню «Грустного циклопа». Ну, только если для кайфа. Ну, для кайфа, да. Мы исполним. Придется выбрать в жопу раз, ведь вилку в глаз могу лишь раз. Наблюдательная такая, подмечалова. Ух, я аж подавился. Были у бабуси на ретрите гуси. Кто в потоке, кто в ресурсе, господи Иисусе. Хорошая. Придумал песню на мотив Цоя, по-моему, хуйня. Самое критичное. Но звучит прикольно. Вибратор в руках, эфир на компе. Эта работа проста. Не так ты себе представляла фриланс. Пельмень, за донаты свечу пельмень. Пельмень, все ждут пельмень. Ну, в целом. Ну, в целом. До конца дописано. В целом, действительно, хуйня. Молодец. 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 За правду лайк. Ну, вот написано «Нина, я». Это какое-то сообщение. Ну, когда... Женщина призналась мне, как ее зовут. Нина я. Вот. Нина делится болью. Давай. В пятый раз на рассвете разбудишь. Я подумаю, Боже Всевышний, ну когда ж ты о сексе забудешь? Ну когда дашь мне выспаться, Миша? Это Миша. Вот мы узнали имя и Миша. Нина и Миша. Мина, совет Миша. Да любовь вам. Совет да любовь. Трахайтесь пореже. Порадуйте Нину. Максим Березовский, клинический психолог. Пишет. Пишет. Правда, да. Угу. Денежку в копилку, оп-оп-оп. Собирал на майбах, поп-поп-поп. Ну что ж, скупишься, подкинь ему деньжище. Пускай слуга господень суперкар себе возьмет. Это неправда. Неправда, майбах это не суперкар. Песня неправдивая. Да. Всего лишь 1000. Блин, ну могу сейчас ошибиться. Да, номер, просто номер телефона написан. Прости, кто бы ты ни был. Плюс 7. Прости, пожалуйста. У леса на опушке жила зима в избушке. Создать аккаунт в Тиндер советуют подружки.
ей написал Саб-Зиро и выслал ей дикпик. И слышен был на всю округу этой бабы крик. Долбоёб ледяной, хрень мерзлючая, синий бот мне прислал фото сучее, там от яиц до конца всюду ини. И от холода член синий-синий, долбоёб ледяной. Зимой носят бабы пуховик. О-о-о. И напоминают снеговик. О-о-о. И понять никак не могут парни ни о чем девчонка или б трахнул. Это да. Ты знаешь, что это очень популярные рилсы такие? Какие? Когда девчонки снимают типа себя под музыку, и там типа они накладывают текст. Когда он начал встречаться со мной зимой и еще ничего не видел. А, да? И типа они стоят в пуховике, а потом, знаете, да, такие рилсы? Ты так сделал рукой, как будто снимала подобное. Эксклюзивный пук, жасмин плюс лайм. Ночи такие свежие. Ароматно дома вообще. Эксклюзивный. Только сегодня для вас эксклюзивный пук. Владимирский татар, ветер северный, кутаком с Бугульмы, зла немерено, лежит на сердце мунчатаж. Владимирский татар, ветер северный, пока я с Сыгандом, зла немерено, но не очко обычно губит, а катык — это напиток. Сидит, кайфует, смеется, что-то там, радуется. Если бы ты спел, я бы разъебался, наверное, да. Блин, вы не там его прислали, он просто веселится сам, и все. Я еще ничего не понимаю. Котык напиток, ну, наверное. О, запомнил, видишь, котык, уже да? Не зря. А это что? Ну, это кисломолочный напиток такой. Типа айран? Типа да. Типа тан? Типа да. Типа кефир? Ты все кисломолочное перестаешь, да? Типа ряженка. Типа кислое молоко. Типа просто каша, да? Ничего культуры лучше нету. Чмо ебаное, запомни нахуй. В целом... Это перебивки. В чем он не прав? Перебивки на канале «Культура». В чем он, блядь, не прав нахуй? В чем он не прав? Телеканал «Культура». Отпусти. И забудь. Меня штырит, сделай что-нибудь. Блин. Эльза уже, да, Эльза уже не та Эльза, конечно. Братан, чё, поехали на олень, нас пешком, блядь. Аня, это все, капец. Я разговариваю со снеговиком, нахуй. И он говорит голосом Пенкина. Что делать? Я еще в маме, ей скоро рожать. Увижу я белый свет минут через пять. Хоть бы Париж. Лондон, Брюссель, там Кёльн. Ну, там Кёльн. Ну, или Цюрих, Гамбург, Мадрид, Стокгольм. Ух ты, ебать, камызяк. Жалко, обратно не залезешь никак. Придется тут жить, бухать, с армейки встречать друзей. Хорошая. Монашка залетела в Ватикане, и как тут поступить, никто не знает. И кто ребенка видел, замечают глаза. Сука! Приписка. Или путана, если похуй на католиков. Блин, какое попадание. Глаза. Ну, это тысяча однозначно. Это тысяча однозначно. Это очень плохая песня. Это очень плохая песня. Осуждаем. С удовольствием. По последней, да? Ну, чё, Айдар? По последней?
Сделаем это. Сделаем это. Не сделаем это? Осень выбираем, да? Да. Я на самом деле одна, я выбираю мотив. Обрезание. В детстве у Айдара поздравляли родственники и друзья с той процедурой. Он с детства кое-что сберег. Кожаный брелок. Блядь. Человек так видит. Колечко такое. На пальчик. А, нет, на ключах. Все ключи на нем. Маленькое кольцо кальмара такое. Я дня два не смогу есть кольца кальмара. Больше, Антон, больше. Это каждый раз теперь, когда... Ребята, вспоминайте все, когда берете кольца кальмара. О, боже, какой турбина! Выходи с турбина, если мужчина! Я думаю, на этом можно и заканчивать, этот фестиваль косарей. Для пацана надо автоваз Лада. Я ебал аппарат, homies, look at that shit. I have a problem, блядь, with ебаная фара, блядь, я ебал. Beginning of my day, look at that shit. This фара is working, and there is no фара, блядь, ебаный в рот. Where can I buy a new one, and how can I change? Фестиваль косарей подошел к концу. Спасибо огромное всем, друзья, что вы смотрите нас. Да. Вообще, каждый десятый выпуск. Каждый десятый выпуск. Что-то особенное, что-то интересное. Традиция. Спасибо, что вы поддерживаете с нами эту традицию. Смотрите, лайкаете. Всем по тысяче. Да. Не все. Когда мы ржали, там все получили по тысяче. Да. Все, это были плохие песни. Пока. Спасибо. Подписки, лайки, комментарии. Всем пока. Спасибо.